Нет, ты вообще правильно все сказала. Я мама. Ну, вот у тебя кто? Мальчик или девочка? Ты знаешь, Валер, я не буду про это рассказывать. Это почему же? Потому что вот Юлик говорит, что нужно вспомнить в жизни самое главное. А я, когда начинаю вспоминать, у меня все главное получается.